Жуткая авария по Троицком. КамАЗ буквально раздавил легковушку. Это видео прислали очевидцы. Обе машины в кювете. Люди пытаются достать пострадавших. Ну, помочьте. А это спасатели пытаются вытащить из искореженной машины водителя. Эта авария случилась под Кыштымом. Водитель там остался. Водитель, скорее всего, не справился с управлением и вылетел навстречку. А на Алам-Поле лоб в лоб столкнулись две легковушки. Но скорой не было, потому что водители вышли. Видимо, они целые и невредимые. А милиция пришла. Силу столкновения можно представить. У «Пежо» в смятку капот. От гибели водителя иномарки спасли подушки безопасности. Инспектора ГАИ устали предупреждать водителей быть аккуратнее на поворотах. Невнимательность приводит к печальным последствиям. Об авариях онлайн расскажет наш корреспондент. Один пошел на разворот, другой на поворот. Нелепая авария парализовала движение по Свердловскому проспекту. А это молодогвардейцев. Водитель на «Жигулях» тоже хотел развернуться, но не увидел авто на встречной полосе. Этот же перекресток несколькими часами позже. Один не успел закончить поворот, другой раньше стартанул. На «Авроре» водитель поторопился, хотел объехать пробку и не заметил авто на встречке. На Комсомольском проспекте водитель «Жигулей» думал, что пропустил все автомобили и поворот свободен. Ошибся. На первой пятилетке «семерка» проехала на красный и получила удар справа. А это неудачная попытка перестроиться в соседний ряд и снова перекресток у отеля «Виктория». Здесь водителя подвела скорость. Никто из них затормозить не успел.